Мать основателя WikiLeaks 11 февраля обратилась к правительству Австралии с просьбой вступиться за ее сына Джулиана Ассанжа. Ранее на прошлой неделе в лондонском суде слушалось дело о его экстрадиции в Швецию. Вердикт будет оглашен 24 февраля. Как утверждают адвокаты основателя WikiLeaks, передача их клиента Стокгольму может стать ступенькой к его экстрадиции в США, где, по их словам, его могут приговорить к смертной казни за обнародование государственных тайн. Мать Ассанжа доставила свое письмо обращения в кабинет министра иностранных дел Австралии Кевина Радда. Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой предпринять одно из следующих действий – незамедлительно выдвинуть вышеупомянутый протест правительствам Швеции и США. В случае, если вы не можете или не желаете защищать моего сына, хотя для этого есть серьезные основания, я требую вашей немедленной отставки. Напомним, что Джулиан Ассанж, разгневавший американское правительство публикацией на своем веб-сайте сотен тысяч секретных дипломатических документов США, числится в розыске в Швеции. Там его обвиняют в сексуальных домогательствах к двум шведским волонтеркам WikiLeaks. Ассанж, имеющий австралийское гражданство, свою вину отрицает. Тем временем адвокат Ассанжа обвинил премьер-министра Швеции в том, что тот создает помехи проведению справедливого суда над его клиентом тем, что публично характеризует его как главного врага общества.